сегодня я пойду в интересную мысль, я так скажу, вы знаете, эта серия тем мне очень нравится, серия тем о чем? О мышлении, о сознании, о подсознании, о том, как все работает, как говорит Бог, как Он достигает вещи в нас. Вы знаете, я заметил, что сейчас я почему-то в этом сезоне нахожусь, и обычно я проповедую о том, в каком сезоне я нахожусь, я заметил, это самые успешные проповеди, то, в чем ты живешь, то, что ты проходишь, ты этот, этот материал и выкладываешь, делишься с телом и Иисуса Христа. Итак, сегодня будет еще одна, я так все, тема из этой серии, из серии познания, сознания, мышления. Я немножко начал прошлое воскресенье, да, еще все это ли там, но сегодня в порноде я продолжу эту мысль. Итак, тема называется Битва твоего сознания. Битва твоего сознания. Сегодня будет интересно. Я так скажу, если ты выучишь принцип или поймешь, как все работает, то, о чем я сейчас буду говорить, как работает сознание человека, насколько это важный инструмент, ты будешь удивлен, насколько ты научишься обладать собой, обладать ситуацией, потому что ты а, будешь обладать информацией, которая даст тебе понимание, как работаешь. Ты, okay? в нашей жизни обычно дисбаланс вокруг это дисбаланс внутри как только наводится порядок здесь у тебя все становится на свои места okay? ты начинаешь доверять богу ты начинаешь понимать его огромный план и не разочаровывайся по поводу мелочей. Итак, самый главный инструмент человеческого существа ⁇ это его сознание. Опять же, я говорю, если кто-то не верит, иди сюда, я ударю тебя веслом по голове, и потом поговорим. То есть, другими словами, я сейчас могу отключить твое сознание на минуту, и ты будешь никакой. Вы все со мной? Твои руки будут в целости, твои ноги будут в порядке, твое сердце будет биться, но у тебя будет немножко непорядок с головой. Вот почему, когда идет бокс, и если очень э, боксер невнимательно пропустил удар, он становится, как у нас говорится, неадекватным. Amen? Неадекватный человек. Он, другими словами, все управляется физическое, в физическом мире, в духовном мире, Богом через твое сознание. И сегодня мы изучим этот аспект. Я так скажу изучить это тяжелое слово. Сегодня коснемся этого аспекта, окей? Okay? Начнем изучать. Итак, это сознание человека. Некоторые люди говорят, нет, это дух. Вы не понимаете, дорогие мои, все работает вместе. Дух без сознания ничего и делать не может. Вы все за мной? Если твое сознание не в порядке, твой дух автоматически не в порядке. Поэтому самое главное, преобразуйтесь обновлением ума. Не говорят, деда, преобразуйтесь обновлением духа. Дух он дух, дух он у Бога, дух у тебя, и ты двигаешься, растешь познание духа. Но все это происходит через сознание, окей? Okay? Сегодня будет очень интересно. Итак, все движется и управляется нашим сознанием. Начиная от воспитания наших детей, до того, как мы с вами одеваемся, движемся, что кушаем, вообще, на чем ездим, все руководится и управляется сознанием. И я скажу еще глубже, управляется картинами в нашем сознании. То есть что, например, ты говоришь, я неуспешный. Кто тебе сказал, что ты неуспешный? Я тебе сейчас разложу, что ты думаешь неуспешный. Тебе кажется, что если успех – это три Мерседеса, два дома, где-то там, какая-то там, знаете, постоянное путешествие на какие-то там Канкун, Гавайи, там, я не знаю, куда угодно там, да? Н неважно. То есть для тебя это успех. ты говоришь, о, я не был там и там и там. То есть в твое сознание кто-то вложил картину успеха, так? И ты говоришь, что ты неуспешный, отталкиваясь не от успеха, а от картины вы все со мной? То есть и вот тот, кто вложил в тебя картину вот эту успеха, тот и контролирует твое поведение. Все со мной? Все Понимаете, Да, что? Согласны? То есть это говорит о том, что если я тебя перенесу в Африку, в Африке другое понимание успеха. Если ты нашел хотя бы недоеденный банан, это у тебя день состоялся. Если ты хотя бы за неделю один раз попил пол бутылки чистой воды, ты в ажуре. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, кто тебе сказал, что есть успех, а что успехом не является? Ты со мной? Вот. И обычно, знаете, кто нам говорит, что мы успешные или неуспешные? Знаете, откуда мы все отталкиваемся? От журналов Голливуда. Обложки нам говорят, состоялись мы или не состоялись. Это все абсурд, это обман. Это картины не Бога в твоем сознании, которые влекут тебя на поступки не от Бога. Все за мной? Вот сегодня в этом примерно контексте и поговорим, окей? Okay? Итак, некоторые люди говорят, о, я пробиваюсь, я пытаюсь, мое тело, я устал, и у меня нет сил, у меня нет. Это обман. Ты не пробиваешься в своем теле. Все, что ты делаешь, и везде, где ты пробиваешься, ты пробиваешься в своем сознании. Как только твое сознание, ты пробился в сознании, твое тело моментально и силы нашло, твое тело моментально и энергию откуда-то выкопало, которой не было. Все за мной? То есть, дорогие, я понял одно: живя сам, что у меня нет сил на то, на что у моего сознания нет сил. И у меня всегда наберется резерв сил и финансов, и чего угодно, если это есть в моем сознании. Все со мной? И поэтому люди говорят, я не могу, ни ты не можешь. Это просто еще не овладело твоим сознанием. И поэтому твое тело просто не собирается что-то делать, не согласовав с сознанием. И вот ты лежишь как пельмени, ждешь, пока в сознании что-то произойдет. То есть тишина, как у баптистов. Аминь, братья и сестры. Аллилуйя, просыпаемся, хорошо. Окей. Как только твое сознание по-настоящему принял решение, и некоторые из вас знают, что такое по-настоящему принять решение, вы знаете, как только то никто не способен тебя остановить. Вы заметили? Ничто тебя не может остановить, как только какая-то мысль или образ овладел твоим сознанием. Все, теперь Каждое утро ты встаешь, каждое утро ты там, например, питаешься правильно, занимаешься спортом, неважно, или ты сказал, я буду молиться. То есть это не овладело твоим телом, это овладело твоим сознанием, а сознание уже управляет всеми аспектами вокруг тебя. Люди по жизни, не понимая этого главного момента, главной функции, они пытаются вокруг себя все исправить, больше денег накопить. Туфта это все, сознание и деньги найдет, когда это в сознании. А ты пытаешься, ну вот когда придут деньги, когда будет настроение, когда будут люди. Никогда. Потому что когда в твое сознание эта картина попадет, и деньги, и ситуации, и люди, все вокруг тебя завернется моментально. Я видел людей из ничего, производящим величайшие проекты и вещи, только по одной причине, потому что это завладело им сознанием. И его никто не способен остановить. Кто-то понимает, что это очень важный инструмент церковь. Okay? Вопрос, что сейчас в твоем сознании? <свят> Мое сознание просыпается сейчас, да? <свят> Давно пора проснуться, уже 11 утра. <свят> Вы знаете, что даже весь твой день зависит от того, как ты настроил свое сознание. Весь день! Просто когда встаешь, говорю, у меня сегодня будет прекрасный день. <свят> Они говорят, встают и говорят, посмотрим. <свят> ну, конечно, ты посмотришь. Я могу даже угадать, что ты увидишь. Знаешь ли ты, что день даже, плохой день подчиняется твоему хорошему сознанию и превращается в великолепный? Кто-то понимает, как глубину того, что я сейчас сказал. У, у кого-то рядом со мной страшный день. У меня идеальный. Почему? Мы в одном и том же дне, в одном и том же штате, в одно при одной и той же погоде. Сознание, ребят. Сознание. Я хочу еще раз сфокусировать тебя не на элементах вокруг, которые не имеют значения, а элементе, самом главном, внутри, который имеет все, абсолютно все значение, и который держит все под собой. Я принимаю решение. И он входит в сознание, и начинается все вокруг меня двигаться. Не твоему телу, а твоему сознанию нужно что-то ради чего жить и ради чего вставать по утрам. Ты со мной? Не твоему телу твоему сознанию. И поэтому вот почему я не могу двигаться без ведения, без видения Бога. Я должен получить его картину, куда идти, иначе это просто выстрелы в холостую, это в пустую ходьба. Поэтому, Бог, покажи мне, куда ты хочешь вести меня. Поэтому стимул нужен не телу, моему сознанию нужно то, ради чего жить на этой планете. У тебя есть в сознании, ради чего жить на этой планете? Или ты как животное здесь для того, чтобы размножиться и покинуть эту землю? Но-но-ну-но. No, 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 no. У нас есть намного больше миссии, чем это, yeah? поймите, что мы ничего вообще в нашей жизни, во-первых, физически не делаем. Мы не животное, которое движется инстинктом. Все вокруг нас, вся наша жизнь это движение нашего сознания. Это то, что и отличает тебя и меня от животных. Дорогие мои, если у нас забрать сознание, что является принятием решения, amen? что является видением картины, которая не существует, принятием решения двигаться куда-то, именно этот аспект и отличает нас от всех животных. Обезьяна может, там, всего лишь в полтора процента отличаться от тебя. И единственное, что ее отличает, это сознание, принятие решения и свободная воля. Все. У нее этого нет, это животное. Только у тебя это есть. Ты абсолютно другое существо на этой планете. Поэтому я хочу задать вопрос, насколько ты пользуешься этими полтора процентами, которые отличают тебя от животного? Или ты просто живешь, знаете, что такое жизнь инстинктом? Это делать то, что я хочу сейчас. Я хочу покушать, покушал. Я хочу секс, пошел, позанимался сексом, Потом устал, хочу поспать, Господи. То есть вот это твое движение по кругу. Просто делаешь то, что вот знаете, как у животных, вот, вот оно в голову пришло, инстинкт выжить, и он пошел выживать. Дорогие, мы не для этого рождены на этой земле. Представь, мы на этой земле рождены получить и переформатировать не только свою жизнь, но жизнь, масса людей вокруг себя, если для этого тебя призвал Господь, или для чего-то особого, ты рожден для того, чтобы высвободить звук на эту землю, который будет менять жизни, какое-то слово, откровение, изобретение, неважно, ты для чего-то здесь, чтобы увидеть и через сознание принести его. Okay? Только представь, Творец Вселенной подарил тебе огромное сокровище – я его назову сознание, потому что мозги есть и у обезьяны, и они примерно такого же вида и веса, если вытащить его с, гора, с черепа, такого как у человека, та же серая масса. Но в этих мозгах должно быть сознание. У обезьяны его нет, у тебя оно есть. Я не обезьяна. Я буду пользоваться своим серым веществом. Аминь. Он подарит тебе огромное сокровище, это сознание, через которое ты вместе с ним можешь творить великие вещи. Представь, Творец создал Творцов, и Он хочет вкладывать в тебя что-то, и Он хочет вместе с тобой творить на этой земле. Он хочет вместе с тобой двигаться. Дорогие мои, давайте поймем план Бога намного больше, чем то, что мы с вами видим, то, что нам рассказали. То, что этот весь социум вокруг, вся эта жизнь, мир считает успехом и движением. Давайте отойдем в сторону, скажем, Бог, и я говорю тебе, возьми мое сознание и создай что-то, чего еще не было на этой планете никогда. Позволь ему коснуться, или ты будешь двигаться в том, в чем уже были, говорить то, что сказано, идти туда, куда уже пройдено. Нет. Ты рожден творить великие, неслыханные вещи с Богом. Люди должны смотреть и говорить на тебя, как это вообще возможно? С Богом все возможно, церковь. Позволь ему коснуться вот этого. Мы так часто хотим, Бог, исцели мою ручку, исцели мои пальчики, исцели мою ножку, исцели мое сердечко, исцели мои мозги, Господь. Вот что надо исцелять, во-первых. И потом все остальное, твои ножки, пойдут туда, куда надо. Знаете что, когда исцеленные мозги, даже ножки иногда не нужны. Твое сознание тебе на коляске повезет туда, куда надо, и достигнешь больше вещей, чем люди с ножками. <с Потому, почему? Потому что сознание исцелено, ребят. Если люди без рук, без ног достигают больше, чем церкви. Мега. Вместе взятые. <с> почему? Потому что у них сознание исцелено, подчинено Иисусу Христу. Захвачено Богом. И Бог может творить через него. Богу не важно, если к этому сознанию подключены ноги или руки. Ему самое главное, что сознание у него в руках. И он может через него творить и высвобождать Царство Божье на эту землю. Некоторые люди спрашивают, ну вот молитва Иисуса Христа, да придет твое Царство, да будет твоя воля. На земле, как и на небе. Как? Через сознание полностью освященное, преображенное Богом. Можешь себе представить, твое сознание это то, что соединяет землю и небо. И через Дух. Бог входит в твой Дух и через сознание, вытекает все это на эту землю. И ты смотришь проект Бога там и строишь такой же проект на земле здесь. Да будет на земле, как и на небе. И соединяющий аспект тебя и Бога – это твое Богом подаренное духовное сознание, освященное кровью Его. Кто-то понимает, о чем я говорю? <в интернете> возьми это, возьми это. Доверься Богу, доверь Богу твое сознание. Я понимаю тебя, ненавидеть будут люди, плевать будут, не понимать, да потому что они, они не видят того, что видишь ты. С Авраама все смеялись, заходит ну, дедушка и верит, что эта бабушка родит. <laughs> Понимаешь, серьезно, можно было на Авраама глянуть и сказать, ну мужик, ну мужик, ну, ну мужик. А он ходил, дедулька с бабулькой, и верил не только, что все, все будет принадлежать ему, и что еще они в этом уникальном возрасте родят. Okay? То есть вот это ребус. А почему? Потому что он допустил Бога в свое сознание. Кто-то понимает, о чем я говорю? Некоторые люди говорят, вера Авраама вменилась в свое сознание. Откуда вера взялась? Вера была принята решение через сознание Авраама. А я буду верить Богу. Это сознание церковь. Это я там, и в дух приходит от Бога приказание или мечта, и я своим сознанием делаю решение. Вот почему Библия в приказательном тоне говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, разумением, крепостью. Потому что любовь это не что-то, что снисходит на тебя внезапно. В любовь это то, что я преследую и захватываю. И вот почему Бог говорит, преследуй любовь всем сердцем твоим и разумением твоим, и ты будешь иметь меня и все со мной. Я не сижу и говорю, ну, Бог мне дал маленький процент любви. Я не верю в это. Нету маленького и большого процента любви. Я бегу за Богом, мне открыты двери, я его хватаю, я в него влюбляюсь. И он через меня начинает двигаться на этой земле. Кто-то со мной? Мы сидим, все оставляем, ну, знаете, на шанс. Ну, может, придет мой час. Не придет. Час надо захватывать. Час надо брать, шаг надо делать. Ты можешь творить с Богом великие вещи, его дети всего лишь согласились прожить эту жить как животные, управляемые несколькими инстинктами. Человек опустился до нереального, вместо того, чтобы, чтобы его решениями и поступками управлял Отец Небесный, чаще всего наши решения движими несколькими инстинктами, которые толкают нас на все наши поступки. Иногда разговаривая с людьми, и ими Бог не управляет, ими управляют всего лишь инстинкты. Вот что он хочет, он этому и противостоять не может тьма души моей настала, пойду нагрешусь я. Там будет то со стаканом видишь, то где-то в публичном доме там с проституткой. Неважно, тьма души настала. Ты животное. Даже у осла иногда сознание один раз заработало. Включилось сознание, он такой, елки-палки, как все круто. Прикидываешь? Осел по жизни жил как, как животное. И здесь у него появилась возможность все пророку высказать. Представь, знаете, чем мне осел приколол? Осел сказал ему не только. Нет, вы смеетесь, я обалдею от осла. Смотри, осел не только сказал пророку, а Валааму, да? Валааму. Пророку Вала... Не только он сказал пророку Валааму, что Бог не хочет, чтобы это делать, а осел ему еще высказал боль своего сердца. Прикидываешь? Я ему говорю, представь, но Бог. Нет, слушайте, слушайте проповедник побежал смотри сейчас очень важно очень важно очень важно я хочу чтобы ваше внимание не не, не, не способны не, не сбейте смотри то есть бог не говорил ослу рассказывать пророку валаму как он его там бил и как он его там это знаете как как с ним плохо поступал но мне понравилось пристава осел говорит ну раз включились мозги я тебе все скажу он не только ему сказал волю Божью, да, которую осел должен был сказать. Осел еще и сказал, а что ты меня это тут, тут мочишь меня? Я тебе что, я тебе верный всю жизнь был? Он еще ему с детства рассказал, как с ним плохо поступал. Наконец-то у осла инкаунтер настал. Он высказал боль своего сердца. Ездишь тут на мне еще тут, химич Разве я тебя кидал когда-нибудь в жизни вообще? Знаете, о пророку, а у пророка сознание не включается. Он со слом спорит. А что это тут наезжаешь на меня, а? Знаете, я честно говорю, я хочу это DVD на небе посмотреть. Как это вообще было? И, знаете, ну, у нормальная человеческая реакция. Пророк отскакивает, говорит, что это, Господи? А этот идиот начал со слом спорить и доказывать, а что это меня к стене прижал? Осел, -то... ну, мне, знаете, мне чем нравится эта история? В аргументе победил осел. То есть, когда читаешь историю до конца, осел победил. И вам такой, ладно, не едем. Такая жизнь, и ты смотришь на всю эту ситуацию и говоришь, о чем я говорю сейчас? Не об валами, я говорю о сознании. Дорогие мои, когда в сознание что-то попадает, и осел начинает пророка учить. Поэтому я хочу сознание от Бога. Если он умеет вот то маленькое серое вещество у осла включить, О, представь, что он здесь может сделать. Я понял одно, что нужно тренировать свое сознание намного больше, чем мы тренируем свое собственное тело. Тренировочный зал моего сознания – это присутствие Духа Святого, где сам Бог лично открывает мне в моем сознании, кто я и для чего я сотворен им. Именно в присутствии Бога я начинаю мыслить, как мой отец. Вот почему нет сильнее войны, церковь, чем война за присутствие Бога в твоей жизни. И силы тьмы сделают все возможное, чтобы лишить тебя общения с Творцом. И сейчас, понимая, что такое сознание, я вам расскажу, почему сознание. Итак, Почему сознание? Потому что только сознание, слушай сюда, способно видеть картины, которых еще не существует. Вы все со мной? Вот что значит вера. Вера, она всегда активируется сознанием или сознание активируется верой. Разницы нет, оно примерно все вместе работает. Представь, вера должна войти в сознание и показать картину уже сотворенного Богом. Все со мной? То есть творить, говорить о несуществующем, как о существующем. Это может произойти только в обновленном сознании от Бога. То есть в необновленном сознании от Бога, мы скажем так, неурожденных свыше людей, они не видят, и они говорят, где ваш Бог? Покажите вашего Бога. Как только ты рождаешься свыше, ты везде видишь Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть твое сознание возрождено свыше, и ты видишь картины, ты видишь Бога в природе, Бога в птиц, Бога в отношениях между людьми. Ты видишь Бога везде. Бог дышит отовсюду. Он оставил везде свою маленькую роспись на каждом творении. И творение его видит другое его творение, потому что и на тебе роспись Творца, и на этих вещах роспись Творца. Ты видишь мастерписы, да? Ты видишь эти шедевры своего Отца. Послушай, почему сознание? Потому что Бог прорисовывает картины, совершенные уже в сознании. Человек такое существо. Вот просто послушайте, поймите одну такую вещь. Человек уникальное существо, которое когда что-то слышит, любая информация, неважно, позитивная, негативная, не имеет значения, а мгновенно через свое сознание начинает видеть. Вы заметили, да? То есть ты не можешь просто сидеть сейчас и принимать мою проповедь. Нет, я, например, сейчас говорил за осла, ты видел осла. Ты видел пророка? Вы все со мной, да? То есть я тебе говорю не то, что это это способность, которая не обладает ни одно творение на этой земле только человек. Никто не может слышать. У меня попугаи дома, да, которые просто повторяют. Они не говорят, они имитируют, потому что чтобы говорить нужно иметь сознание. Попугай сознания не имеет, он просто записная книжка записал выдал записал выдал. Ты не записная книжка. Поэтому, когда я говорю какую-то фразу, я скажу более, знаете, чем сильнее проповедь, чем, сильнее, чем больше я туда образов вложил, тем сильнее проповедь будет для тебя. Вы все со мной? <laughs> не, винивали я, я, я знаю секретами, которыми я пользуюсь. И чтобы запомнилась проповедь, мне нужно поставить или экспонат какой-то, или завести твое сознание в картину. И тогда тв... ты просто не слышишь только, ты начал видеть. И эта проповедь, она зацепляется в духе и в твоем сознании через картины, которые я вложил в твое сознание. Все со мной? Это секрет учителя, кстати. Бесплатно. Дарим. <laughs> Успех в проповеди зависит от того, насколько ты успешно вложил картину в сознание слушающего. Okay? Итак, человек такое существо, когда ты что-то говоришь, неважно что, он начинает видеть. То есть представлять и рисовать картины в своем сознании. Давайте прочитаем одно место из Библии, Римлянам 12.2. Римлянам 12.2. Здесь очень-очень интересное место в Библии, которое мы с вами, естественно, знаем, но я его прикреплю к этой проповеди. Итак, Римлянам 12.2, читаю с современного перевода. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Стоп! Вы заметили, что, что выскочило? «Не припосабливайтесь ни к жизни». Припосабливайтесь к чему? К образу. Дорогие, мы с вами, когда читаем Библию, мы не, в основном люди, они никогда не обращают почему-то внимания на, на слово «образ». Некоторые люди говорят, «О, не приспосабливайтесь к жизни». Дорогие мои, к жизни ты можешь припосабливаться? К образу жизни. Я тебе скажу, вы знаете, что в Америке есть разная жизнь, но есть образ жизни. И в этом образе жизни прописано все. Ты со мной? То есть, приспосабливаясь к образу жизни, ты приспосабливаешься ко всем стереотипам жизни. Ты со мной? То есть, образ жизни в Америке говорит, что пастор это вот такой мужик с таким животом, с галстуком, с такой кафедрой, церковь это такое заведение, где сзади стоит хор, ноет что-то. Понимаешь? То есть Какая разница? Сейчас, кстати, не насчет этого, окей? Okay? Сейчас насчет образов. Ты со мной? То есть образ жизни. И ты, например, говоришь: о, хороший, успешный бизнесмен, и у тебя сразу срабатывает образ. Этот человек, у которого на банке, на сейвинге лежит минимум 10-15 тысяч, чтобы его не поймать. Это человек, который позволяет себе один раз, например, какой-то отдых уехать вместе. То есть, ты, ты понял, да? Не припосабливайтесь к образу. Не к жизни. Живем мы все. И живут сейчас... Вы знаете, я встречал людей все это бомжи, которые ничего не имеют. Счастливее живут бизнесменов, которые дают им подачку. Потому что тот сидит, взял ту пятерку, купил себе бургер, и он на день счастливый. Этот не знает, как свои миллионные проекты оплачивать. Как своим адвокатам платить, как за машину заплатить, как заправить. О, ураган. А бомж сидит. Thank you. Почему? Он не проспособился к образу жизни. Кто-то понимает секрет этого места из Библии? Давайте не будем, давайте не будем бежать дальше. Вот зачем. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Знаете, почему церковь страдает и никуда не может жить? Она абсолютно интегрировалась в мир, захватила все образы мира и пытается в эти образы втащить Бога. И еще заставить Бога двигаться по этим образам. И угадайте, почему Бог не двигается? Потому что это не его жизнь, это не его образы, это не его социум, это вообще не его мир. Он говорит, я царь не из этого мира. Он говорит, я дам тебе не потому, что чтобы у тебя было еще экстра три машины рядом. Я дам тебе что-то по надобности. И как только тебе это будет надо, это как в Библии будет. Пять тысяч людей, мужчин не считая женщин и детей, две рыбы, пять хлебов, мальчик стоит, ничего, пацан с ланчбаксом. Иисус Неси сюда. Представьте, пацана кинули. Ну, пацан такой, ну ладно, Иисус, я тебя люблю, но для Иисуса все отдаю. Иисус говорит, не переживай, мужик. В конце концов, этот мальчик 12 коробок у у у утащил. Дорогие мои, не в этом дело. Дело в чем? Дело в том, что не приспосабливайтесь к образу жизни. Это значит о том, что мы идем по пустыне, как Израиль, и нам не нужно идти покупать следующую пару обуви. У нас это не снашивается. А в реальности подумай, что тебе нужно. Тебе нужна хорошая обувь или тебе нужно менять ее каждый месяц, чтобы соседи сказали, yes, oh, yeah. Объясни мне. Тебе нужна хорошая удобная обувь или тебе нужно 10 пар, только потому, чтобы статус твой был поднят и не появляться в одной и той же рубашке два дня подряд? Ты со мной? Какая разница? Иисус вообще в одном халате хотел всю жизнь? Ну, я, ну, я верю, может, там разок сменил, но я не знаю. Окей? Okay? Окей? Okay? Мне нравится Иисус. Он не припосабливался к образу жизни, да, к образу жизни этого мира. Почему? Иисус, знаете, у нас такой социум такой: о, человек должен принимать минимум два раза э, душ в день. Я не против, если есть душ. Но, например, как у Иисуса, душ был где речка протекала елки палки Ты понимаешь, да? И иногда она совсем не протекала месяцами. Поэтому нормально, знаете. Там, я уверен, запахи неземные были, ну какая разница? Окей? Какая разница там между учеников? Все вместе пахнули одинаково. Окей? Хм. О чем я сейчас говорю? Я сейчас не смеюсь чего-то. Я просто говорю о, той, о, о, о жизни того мира. Amen? У них не было того, что у нас сейчас есть: вода, там, газ, там, тепло. Да? Такого не было. То есть о чем я говорю? Я не говорю сейчас, что мы должны, там, знаете, в каменный век сейчас вернуться в пещеру, забиться, и как пророки, там, вопиять до Господа Бога. Но! Хм. Я говорю о том, что живи но не приспосабливайся, ты со мной? Здесь не написано отойдите, отвергните. Библия говорит не приспосабливайся к образу. Как только образ в тебя вошел, тебя образ победил. Теперь ты будешь жить по образу, работая на образ. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я еще раз повторю: жить по образу, создавая образ, работая на образ, потому что твой сосед работает на образ, и мы друг у друга знаем: я новые окна, он новые окна, я новая машина, он новая машина, и мы друг друга приспосабливаем. Работаем по образам. Бог сказал, отрека, отрекись от этого. Но преображайтесь. Оп, часть 2. Не только там, знаете, там, выбросите образ и сиди там, знаете, бомжуй. Там, знаете, огонь разводи. То есть, ну, смотри. Но преображайтесь, обновляя ваш разум. Вы знаете, я когда-то задал Богу вопрос, знаете, Господь, как обновлять разум? Ну, у тебя есть такой вопрос? Ну Мы все с вами, знаете, Библию читаем, но мы когда-нибудь вопросы задаем, и мы думаем, обновляем разум, шара -бара 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 -бара". Ну, ну как ты обновляешь разум, расскажи мне. Физически, на практике, как ты его обновляешь? Я Богу начал этот вопрос задавать, я говорю, Господь, как обновить разум? Мне нравится это место, я хочу обновить мой разум. Иисус мне просто сказал, разум обновляется моими картинами, которые заменяют старые. То есть, входит, идет его Слово, в мой разум, в мое сознание, через дух, через веру входит картина. Мое сознание эту картину съедает, и мой разум обновляется. И я начинаю теперь преследовать то, что в моем разуме. И если я хочу, чтобы обновился мой разум, если хочешь, Господь, обнови мой разум, это значит, Бог, замени мои образы. Если перевести вот молитву, Бог, обнови мой разум, это я молюсь, ну, вот, если на русский перевести, Бог, замени старые картины твоими картинами. Замени мирские картины своими картинами. Преобрази меня. Бог не может преобразить тебя, если ты не увидел, во что преображаться в своем сознании. Если от Бога образ в тебя не вошел. Ты со мной? Ты что-то для себя сегодня берешь. Okay? Хотя бы кивай, я уже буду знать, что ты живой. Okay? Уже будет хорошо. Смотрим чтобы вы смогли достигнуть, смотри, чтобы и мне знает вот это место, нравится, М -м -м, вообще книга Римляна, я от нее обалдею, чтобы вы сами, скажите сами, представь, Библия говорит, ты сам можешь постигнуть волю Божью, благую, угодную совершенную. Сколько сейчас христиан, как зомби ходят, скажите мне, кто я, скажите мне, кто я в год, что я должен делать? Что? Преобразуйся обновлением ума, получай новые картины и перестанешь бегать за плотью и кровью, которая сама разбирается, что ей еще делать. Сколько людей подходят и говорят, пастор, скажи мне, кто я, вот я такие проповеди, я, говорю, я сам разбираюсь, иди, иди, иди. Я, я, сам в процессе, я сам обновляюсь еще, не, не надо меня обожествлять, я в процессе, я вот этот процесс вам рассказываю, завтра буду другом процессе, о другом поговорим. Окей, сейчас я в этом. Вот в чем я живу сейчас. Преображая разум, обновляя мои картины, обновляя образы, я преображаюсь в тот же образ, да? в образы Иисуса Христа. Смотри, но ну это другое место. Вы сами, сами, ключ слова, чтобы вы сами могли постигать волю Божью. вот оно, чтобы я сам мог постигать волю Божью. Как? Не, не прирастая к образу земли, обновляясь образом Богом, картины Его, я по постигаю Его волю и я движусь в этой жизни в успехе. Отсюда вытекает следующая истина. Наверное, самое конфузное в теле Христа, или самое больше замешательство, которое в теле Христа, сколько я слышал, от моего рождения слышал, это а как говорит Бог. Слышали такое, да? А вот как ты его слышишь? Он говорит словами, а с букой морзой, как Бог говорит. И ты сидишь и. Знаешь, и серьезно, и я один раз сел, много лет назад еще, и говорю, слушай, в натуре Бог говорит, интересно, а как? Ну, я слышу его, да? И потом Бог меня повел в очень уникальную истину. Я уже немножко о ней говорил, но сейчас мы ее раскроем. Итак, отсюда вытекает истина. Бог не говорит словами и фразами. Вы со мной, да? Объясняю. Знаете, почему Бог не говорит фразами? Потому что фразами говорят несовершенные существа. Вы не поняли меня? Поняли? Смотри, объясняю. Разговорная речь подразумевает то, что я тебе говорю фразу за фразой, чтобы понять весь контекст. Со мной, да? Со мной? Мне твой ум сейчас нужен. Не теряй меня, это не Баптист тут стоит. Где там высморкались и пошли. Поэтому мне нужно... Прочитали место из Библии, да, повторили. То есть смотри, Бог не говорит фразами, Бог не говорит словами. Потому что сама связка слов показывает несовершенство. Я говорю вам сейчас таким образом, потому что я несовершенен и не могу тебе сказать все сразу, как говорит совершенный Бог. Когда Бог говорит, Он не говорит. Вот смотри, тебе сейчас нужно слушать час, чтобы понять, что я имею в виду. Прикинь, я себя мучаю и тебя мучаю. Как бы мне хотелось прийти и так сказать та-та-та-та-та и пошел, <с burner> и все такие, о, -о, -о спасибо за откровение, и все там легли. Скажи круто. Но я сейчас на Земле Богом не являюсь, и я, я просто его сын, который постигаю, двигаюсь, да, в Его славе. Естественно, я его дитё, мы абсолютно понимаем это. Но я общаюсь несовершенной формой общения, разговором. Бог, поэтому те, кто ходят, господи, что Бог, ты что, 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 успокойтесь. И такой, господи, я в ночи был, голос был, да не было голоса в ночи. Это твоя Петрушка не переварилась и там бурпнула что-то не надо! Бог не будет говорить, и ты такой, о, Господи, что? Я сразу скажу: Бог может говорить и фразами, только если Он эту фразу и имеет в виду как завершенный контекст. Все со мной? То есть Он может сказать тебе даже словом. Поверьте, Бог может все. Честно, кто я, чтобы говорить, Бог не может. Я просто говорю, что в основном Он не пользуется. Все со мной, да? Фразами. Потому что фразы, слова, несовершенная форма общения. И мне нужно сейчас говорить, 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 что ты врубился. Бог не сидит с тобой, так не разговаривает. Что Бог делает? Он компрессирует. И влагает сразу. Все за мной? Как говорит Бог? Бог говорит образами. Повтори за мной. Бог говорит образами. Ты со мной? И вот если, знаете ли вы, что с вами, со всеми, с рождения свыше и даже до рождения свыше говорит Бог, мы просто не распознаем его разговор. Когда говорит Бог, и обычно, знаете, люди кувыркаются, разве Бог может такое сказать? Потому что наш, нам, несовершенным существам, его завершенная форма общения нас пугает. Потому что когда он говорит Авраам, ты станешь отцом, всемножи, ты станешь... Понимаете, представь, Бог говорит завершенной фразой, так? Он говорит уже, кто Авраам есть, у него в вечности, кто предопределен, решен. И здесь Авраам, о Господи... Лишь бы Измаил жил перед лицом твоим, лесом Исаака. Понимаете, да? То есть, с... ну, вы за мной, да? А Бог говорит, ну-ну-ну-ну-ну-ну, ты не понял. Моя мечта это не Исаак, окей? Okay? Ой, извиняюсь, моя мечта это не Измаил. Моя мечта это Исаак, перестань меня конфузить здесь. Поэтому Бог что делает? Если ты хочешь узнать, как говорит Бог, самый простой термин это влаживая, вкладывая образы. Другими словами, когда Бог, например, я говорю, Бог сказал мне, это говорит о том, что а, пришел, например, или Дух Святой, да, опустился на меня, и в мой дух моментально взрывается какая-то истина, и я просто что делаю? Я эту проповедь сел и быстро записал, но она пришла ко мне в одно мгновение. Вы все со мной? Мне нужно было ее, мне нужно было, слушай, что, что мне нужно было сделать? Мне нужно было в дух получить совершенную информацию и сделать ее несовершенной, чтобы люди ее поняли. Пауза когда понял сейчас, что я сказал? Не сильно глубоко для воскресенья нормально? То есть, я получаю совершенно, и вот почему Бог хочет довести нас всех до совершенства. Чтобы не стояли вот такие, как я, и не. Чтобы мы с вами просто все вошли в славу Бога, и все получили от Бога. Учителя до времени. Ты со мной. До времени совершенства пока тело не войдет в совершенство. И начнет само общаться с Богом, и место прочитали выше. Вы сами познаете волю Бога, потому что мне тебе волю Бога познавать, ты со мной всю жизнь будешь, а когда ты увидишь картину, как Авраам, ты ее увидишь вот так. Вот почему я очень практически никогда не пользуюсь вообще ни учителями, ничем. Я пользуюсь только Богом. Почему? Потому что я выучил язык Бога. Выучил язык Бога, и ты не будешь двигаться второстепенными методами. Мне жаль людей, которые приходят и говорят, пастор, помолись за меня. Я думаю, боже мой. Ты отодвигаешь совершенное и выдвигаешь меня несовершенное, чтобы я тебе взял от совершенного, изуродовал и преподал тебе в несовершенной форме? Ты сошел с ума! Вот почему мне жаль, которые бегают за человеком. Я это или другой человек, неважно, мне жаль тебя. Потому что у тебя есть доступ до такого огромного совершенства, тебя невозможно будет узнать, когда ты войдешь туда. Твой собственный мозг будет удивлять тебя, ты будешь сидеть на диване, о, hey, в шоке, потому что Бог начинает касаться что-то великое, а мы бегаем, побираемся. Словечко здесь, словечко здесь, Фу, церковь, Фу, тебя ждет Иисус Христос тебя ждет. Тебя ждет великий Бог. Представь, раньше, еще Ветхий Завет, я понимаю, пришел к пророку, потому что все проклятые, только на пророках там были особые там слова. Дорогие мои, написано, вложу слова мои в сердца их, и никто не будет уже учить их, я сам их буду учить их. В тебе живет учитель, зачем тебе я? Вот почему я стою, я буду учить, дорогие, это моя функция, но я просто хочу совершенным людям задать вопрос, зачем тебе я? Я здесь стою, чтобы довести тебя до совершенства и отпустить. Ты со мной. Ты что-то берешь для себя сегодня, да? Как хорошо, да? <плодисменты> <плодисменты> Аллилуйя, да? О, Господи, это такой учитель поднялся, и мне такой, Господи, кто-то опять кумира себе нашел. Фу. Эти все учителя великие, если они великими называются... Самое величие учителя, знаете, в чем заключается? В профессиональном доведении ученика до источника. Если учитель концентрирует на себе, это горе учитель, мне его уже жаль. Вся настоящая духовнейшая функция учителей от Бога – это довести, объясни им АБВГД-ку, научи их слагать фразы и к папе отправляешь. Ты за мной? А там уже Бог мой, куда тебя Бог будет вести, и я даже этого увидеть и понять не смогу, потому что у Бога для тебя величайший план. Огромная мечта. Фу. Хорошо, как а? Итак, Бог не говорит фразами. Фразы, слова, несовершенная форма общения. Он говорит завершенными картинами. Другими словами, Бог берет все фразы склеивает вместе, и эти фразы образуют картину. Все со мной? То есть, если я вот буду говорить тебе фразу, 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 фразу за фразу, в конце проповеди я сделаю картину. Все со мной, да? Что Бог делает? Ему, опять же говорю, он, ему не нужно это. Он берет все фразы, мгновенно скомпрессирует и вкладывает, он не вкладывает в твои уши. Заметьте, почему Богу уши не нужны? Уши нужны нам с вами. Бог вкладывает, минует все уши, обоняние, да, язык твой, слышание, прикосновение, все пять органов чувств. И он просто моментально вкладывает в твое сознание. Берет всю картину и вот так ее пик, инсталирует. И ты, Ооо, у тебя переть начинает. Знаешь, почему у тебя переть начинает? Потому что ты сейчас увидел завершенную мечту Бога внутри своего сознания. Ты такой, вот это я крут, Господи, о, во я крут. Почему? Потому что Бог тебе только что показал, кем Он тебя видит в своем царстве. Ты кто-то понимает, о чем я говорю? И все такие, гля, какой гордый, а ты такой, э, там не лесом. <laughs> Почему? Потому что тебе только что Бог проговорил и в твое сознание он вложил в величайшую истину, глубину. Позволь Богу говорить к тебе. Знаете почему? Кстати, скажу, скажу. Язык Бога очень пугает людей. Почему? Потому что когда Бог говорит завершенными картинами, завершенные картины пугают несовершенных людей. Но тебе нужно понять, тот, кто совершенно и сказал тебе совершенную картину, он тебя совершенно и доведет. Ему не нужны твои методы несовершенства и не пытайся сам дойти несовершенным до совершенства. Сори, расстрелял вас, только, чтобы... Поэтому я даже это повторить не могу. Перемотай. Вот так бывает у учителей. Успевай ловить только. Бытие 1.26. Давайте сейчас немножко то, что я сказал, покажу в Библии. Бытие 1.26. А, люблю я бытие 1. Mm. Там все хорошее, и там все самое кошмарное. Там уже все. Okay? Это как, знаете, как начало фильма Санта-Барбара. Что будет? Ох, будет еще. Там до откровения столько было. Поэтому бытие 1. Смотри, что Бог говорит. Знаете, мне нравится... Что Бог настолько велик, что Он может говорить сам с собой, советоваться с собой и решать сам с собой. Прикидывайте? Вау! Представь, что Бог говорит. 26 стих. Битии 1, 1,26 И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему. И такой: Вау! Бог, а ты что не мог сам как-то там это. Представь, Бог может сам с собой разговаривать, сам творить, сам советоваться, решать внутри себя. Представь, Бог это не только три, бога это еще семь. Все со мной, да? Семь духов Бога. То есть, а, а, а в этих семи духах Бога там и мудрость, там и совет, там, там, там все, там все компоненты для принятия решения и для творения. То есть Бог это великий. Некоторые люди, знаете, мне жаль единственников, Они такие все Бога в один заключили. Дорогие, я абсолютно понимаю, что Бог един. Он не разделяется. Но Бог настолько велик, что наше сознание размажет по стенам. Мы не понимаем. Бог может моментально быть в троих, абсолютно в разных состояниях, двигаться абсолютно по-разному и в то же самое время быть одной и той же личностью. Уа! И, тут же, и здесь же семь духов одного Бога, которые принимают решения сами внутри себя. Уа! Представь, мне нужен ты, чтобы посоветоваться. А Бог говорит, а зачем мне? Я сам совет внутри себя. Вот это величие Бога. Дорогие, туда, кстати, до Бога дойти, это вау. Мы даже темы не касаемся, они взорвут наши мозги. Поэтому представь, одна мысль. До Бога не было никого. И, и, и твоим мозгам хана минимум на, на один день. И ты такой: а кто же был до этого? Интересно. То есть, знаете, в меня один раз эта мысль попала, и я, я весь день колбасился. Думаю, ты да какая разница? А потом сижу и думаю: блин, а интересно, а? Кто же был до Бога? Все, и все, мои мозги потекли, размазало все, и все. А Бог говорит, творение не поймет Творца. Поэтому, когда придешь к Творцу, творец попытается тебе объяснить. Ну, ми, минимум пару миллиард лет хватит. чтобы ты понял хотя бы одну мысль, да, Творца? Ну, в любом случае, с Богом круто. <laughs> Продолжаем. Бытия 1.26. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашего, по подобию нашему. Слушай дальше. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его. <laughs> а теперь слушайте, очень внимательно, эти места настолько затерты, что мы потеряли их смысл, их, а, их понимание, их функцию. Смотри. И сказал Бог, сотворим по образу, по образу нашему. И сотворил Бог человека по образу, по образу своему. Человек сотворен, слушайте смотрите сюда, сотворен Богом через образ, как образ. И слушайте сюда, человек создан видеть и слышать образ. Дорогие, мы созданы по образу. Все со мной? Мы созданы как образ. Дорогие, и я пойду дальше. Наш язык с Богом ⁇ это образ. Кто-то понял меня? Я понимаю, я могу. Смотри. И еще раз повторю: мы созданы по образу Бога, как образы подобия Бога, и наш язык с нашим Творцом это только образы. То есть, если мы сотворены образами по образу, язык наш, нашего творения с Творцом образы. Если Он хочет что-то творить через тебя, Он будет работать исключительно через образ. Поймешь это? Ты поймешь сейчас абсолютно огромные вещи в своей жизни. В тебе, у тебя в жизни настанет покой. Почему? Потому что ты начнешь видеть образы от Бога, образы не от Бога, которые Бог хочет, которые Бог не хочет. И ты моментально начнешь двигаться туда, куда Бог тебя движет. Итак, смотри, когда я говорю, мне сказал Бог, это не что иное, как Бог показал мне завершенную картину того, что Он желает достичь. Вы заметили, как происходило искушение Иисуса в пустыне? Знаете, что самое интересное? Самое интересное! Слушайте меня сейчас внимательно, очень глубокий, глубокий момент. Самое интересное, что Люцифер использует тот же метод атаки и искушения и разрушения человеческого существа. Со мной? За мной, да? внимание сюда. Люцифер не изобретает ничего нового. Что он делает? Он просто понял, как Бог сотворил человека, как Бог общается с человеком, и он построил все свои искушения на образах. Другими словами имя дьявола – диаболос, бросающий идею. Или идея, еще одно переводится, образ. Идея – это всего лишь образ. Дьявол берет и закидывает в тебя идею, то есть образ. Образ фу, закинул в тебя. Честно скажите мне, как происходило искушение Иисуса в пустыне? Знаете ли вы, все, что делал сатана, он брал его, ставил на определенное место и показывал ему что? Образ. Ты со мной? Дорогие мои, если вы поймете, что нет Самое мощное оружие, самый мощный язык, как созидание человеческого существа, так и его разрушение, это образ, который заглотило твое сознание. Ты за мной? Итак, ты строишься образами и разрушаешься образами. Другими словами, чтобы тебя разрушить, тебя не нужно там ловить и ноги обрубать, руки обрубать, глаза выкалывать. Это не разрушение человека. Разрушение человека делается изнутри наружу, не снаружи вовнутрь. И поэтому, когда дьявол хочет разрушить человека, он просто приходит и бросает образ. Если ты этот образ съел, и образ, слушайте, знаете, когда образ имеет силу, когда образ способен был нарисовать картину в твоем сознании, и самое страшное, когда ты себя увидел в этом образе. Знаете, почему Иисус не поддался искушению? Потому что он не видел себя в той картине, в которую его ставил дьявол. Он ему показал все царства, Он показал крыльцо храма, Он показал ему там сделай хлеба. Иисус сказал, не вижу я эти образы, не вижу Я себя в этих образах. Знаете, где люди говорят, Я такая фраза у христиан есть: Я попал под искушение, я поддался искушению. Знаешь, что это такое? Это Ты, образы на нас, на всех и на Тебя будут идти. Я тебе задаю вопрос сейчас: взрослый, здравый, зрелый христианин, увидел ли ты себя в этом образе? Например, дьявол бросает там, например, да, какое-то там а, воровство или там ложь или там прелюбодеяние с чужой женщиной, да. Другими словами, это будет эффективно ровно тогда, когда ты себя увидел только ты себя увидел в роли этого лжеца, блудника, неважно, вора, как угодно. Вот просто только ты себя увидел, как ты берешь бутылку, пьешь, там, или там наркотик, там, ширяешь, или там занюхиваешь, колесо закатываешь, неважно, как только ты себя увидел, все, ты попал. Почему? Потому что созданный образ начинает двигать всю твою жизнь к завершению этого образа. Дорогие, это как? Если этот настолько сильно в негативном, дорогие, давайте заглотим образы Бога. О, если в меня попадает образ дьявола, и я, будучи тупеньким, незрелым христианином, глотаю эту пилюлю ада, вижу себя в этом искушении и попадаюсь в него, то, дорогие мои, давайте наконец-то, когда Бог бросает нам вызов, увидим себя в этом величии, увидим себя в этой славе, увидим себя в этом великом пробуждении, и хочешь ты или нет, твое сознание доведет тебя до этой победы. Ровно так, как искушение доводит до греха. Картина Бога образ доводит тебя до победы. Okay? Ты что-то берешь для себя. Итак, вот почему вы, дьявол выбрал самую главную функцию. Я всегда говорил, я думаю, дьявол, ну почему ты выбрал такую дешевую атаку? Ну, ну, ну знаете, вот по-нашему, ну атака это атака, да, там обворовать, украсть, разбить, погубить, там отрезать руки, ноги, там лишить человека глаз, языка, что угодно. Дьявол, ты выбрал всего лишь атаковать мозги? Все? Все? А Бог говорит, сынок, не думай, что это слабое оружие. Это одно из самых сильнейших оружий на этой планете. Почему? Потому что дьявол просто увидел, как Бог делал все, и он взял это же самый метод творения и говорения и перевернул его в негативное. И вот почему это так работает церковь. Посмотрите на наш мир. Как дьявол разрушает этот мир вложенными образами. Как Бог хочет исцелить этот мир своими вложенными образами с Царства Небес небесного и его воли, и мы начинаем творить это здесь на земле. В реальности, изучив атаку сатаны, ты можешь понять, как говорит Бог со своими детьми. Давайте сейчас еще, еще, одна мысль, еще одна мысль. Так, сколько времени у меня? Нормально еще время. Вы знаете, один, один прекрасный момент, я просто начал обращать внимание, не то, как Библия написана, а то, как Библия не написана. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Вы заметили, что когда ты берешь любые книги, да, они как-то написаны по-особому. Например, есть книги диалога, есть книги монолога, есть, есть книги стихотворений, есть книги роман, да, вот роман между двумя людьми, ты читаешь роман, да, есть разные-разные, то есть характер написания разный. Но вы знаете, самое интересное, я заметил, что книга Библия, она не написана так. Знаете, что я заметил, изучая Библию много лет, что в Библии доминирует? Доминирует от начала до конца истории. Алло, истории. Начиная от бытия. Бог не, э, э, это, это, это не какой-то там роман да, или там монолог, Бог просто тебе говорит, что делать. Нет. Бог, из история, первая история, бытие, называется творение мира и вселенной. Да? То есть ты читаешь история. От одной истории ты приходишь к другой истории. Вторая история Грехопадение человека. Это история. Начало, окончание. Идешь дальше, потом начинается там движение Авраама, да там, и потом и ты, все, все, это, все это истории, истории, истории. В нескольких местах Бог там свой закон через Моисея принес, и то оно вложено в историю. И я Богу задал Господь говорю: почему истории? А Бог говорит: это мой язык говорит с моими детьми. Когда Бог говорит тебе историю, Он рисует картину. Вы заметили, да? То есть, и, и я Богу задал: говорю, Господь, почему тебе не написать Библию? Вот так просто. Я Бог, слушайте меня, мурашки на земле. Ну, имя, да? И типа, вот держите, вот я такой хороший, вот вы такие негодяи. То есть можно было монолог написать, Бог просто, знаете, месяц выдал по телефону. Его записали, на, читайте. Не Христи. Нет. Бог почему-то допустил Библии быть сборником историй. Историй из тысячу лет, историй из разных веков, историй абсолютно разных людей, истории абсолютно ничего общего друг с другом не имеющих. Почему Библия написана вот так? И потом Бог мне говорит, сынок, когда ты читаешь историю, история превращается в картину, а я говорю картинами. И когда я изучаю историю, Бог начинает подгонять эту историю. Вы заметили, что одна и та же история Давида может 10 лет проповедоваться по-разному? Знаете почему? Потому что всегда история, например, Давида, жизни — это картина. И из этой картины каждый может взять что угодно. И я заметил, говорю, гля, как интересно. Бог даже Библию написал своим методом разговора. Представляешь? То есть он не только с тобой разговаривает методом картин, он Библию тебе в картинках сделал. Не в картинках цветных, знаете, как мы раньше в детстве, там нет картинок, а лесом, <laughs> Пойду я кушаю свое мороженое Вы помните, да, как мы с вами раньше смотрели Картинки есть, все, я заинтересован Представь, ты с детства даже увлечен картинами, образами Бог говорит, сынок Ты знаешь, что Бог то же самое делает Он просто через Библию Да все мы это делали, расслабьтесь <laughs> Все мы предпочитали Если там просто буквы, то это был ужас, окей? Okay? <laughs> если там хоть одно какое-нибудь там Иисуса Вечка, там знаете, где там Вытаскивает овечку, на, знаете, там с таким лицом Все, можно уже рассмотреть Никто ничего не читал, но смотрели, Бог даже через картинки говорит, да. <laughs> то есть и, и вот эта метод, то есть представь, я и, и когда я начал углубляться в метод диалога Бога со мной и с человеком, я понял это образы. Я понял, что даже Его книга это образы. То есть Бог говорит абсолютно образами. Он написал книгу свою, да, через своих детей и сделал ее, она называется Библия, да, словом его, и ты читаешь, и ты говоришь, ну, это написано, Библия – это слово Бога. И ты думаешь, ну, какое там слово Бога? Заметили, да? Ну, там есть сюсють там, сюсють там. И ты, если это все сложишь, то это будет маленькая брошюрка. Ну, все со мной, да? То есть, если реально Библию взять и сказать, ну, какое это слово Бога? Это истории каких-то мужиков, каких-то царей, да, там, там все, куча историй пророков. И ты думаешь, ну, Господи, что это? Он говорит, вы не поняли, это и есть мое слово. Это и есть мое слово, вложенное в истории, история, картина. Картина – это образ, а я говорю с тобой образами. Я сижу, я вообще в шоке. Я говорю, Бог, ты не только создал меня из образу ты говоришь со мной образами, и я читаю образы, я живу по образам. Если ты поймешь важность этой темы, что все состоит из образов, ты состоишь из своего же образа внутри себя. То есть все вокруг творишь по образу, ты поймешь, насколько образ важен и насколько изменение, перемена образа внутри нашего сознания важна. Okay? Еще один момент. Я просто хочу задать вопрос. Представь, вопрос. Почему Иисус, ходя по этой земле, ученики даже психовали? Говорит, Иисус, ну что ты им не можешь сказать, что вот так что ли? Ну вот просто приди и скажи, я Иисус. Да, здрасте. И вот я сын Бога, я пришел. Представь, все, что делал Иисус, сажал людей и рассказывал им притчи. Алло, объясните, представь, я сотворен по образу, как образ, со мной говорят образами. Библия написана образы. И Сын Бога, как Слово, пришел и говорит людям притчи, образы. Я сижу, думаю, ничего себе. Вы знаете, и когда Бог повел меня во все это, я во всем увидел образы, я во всем, я даже Иисус пришел и разговаривает со всем, да, с учениками он там уже им объяснял образы, но со всеми тысячами людей он рассказывал сказками, притчами, историями. Что это? Язык Бога опять. Я смотрю, и, я, и, и смотри, и я в я Бога задаю вопрос, говорю, Господь, а почему ты говорил со своими людьми притчами? А Он говорит, а что притча производит в тебе? Я знаете, я, я беру притчу, например, о блудном сыне, да, например, вот сын ушел там. И он, и, и Иисус, знаете, и представь, Иисус рассказал эту притчу. Естественно, мы эту притчу понимаем, это о небесном папе, да, который любит своих детей, которых не судит, который если человек хочет уйти, он его отпускает. В этой притче очень много любви, очень много уюта, очень много нежности отца. И самое интересное, что и Дух Святой мне говорит, Он говорит, а что эта притча производит в тебе? Я говорю, я так я, я, знаете, просто сижу в своем и так внутри в своем сознании, просто, просто думаю, и слушай, а, а, именно эта притча о блудном сыне, она открывает мне сердце Отца, любовь отца, она открывает мне. Он представь, говорит, я через картину намного больше тебе сказал, чем просто напишал, написал бы, что я люблю тебя. Все со мной, да? То есть представь, почему Бог говорит именно картину? Потому что до нашего не несовершенного сознания доходят картины быстрее, чем фразы. И поэтому, когда Бог хочет рассказать тебе, как Он любит тебя, Он не говорит тебе просто «я люблю тебя, я люблю тебя». Он показывает тебе на притче, в картине, насколько Его любовь нереальна, и ты сидишь, и ты в шоке. И представь, каждый из нас увидел эту притчу, и каждому из нас она проговорила по-своему. Можешь себе представить, какое величие разговора Бога? Я сижу, у меня мозги выносят. С одним человеком сижу и говорю, слушай, я говорю, а что тебе в этой притче ты увидел? Я был в шоке. Каждый в этой притче, о блудном сыне видит то, что необходимо ему на этот момент. Представляешь? Я сижу и думаю, Вы знаете, и то, что я думал, простое, я в этом увидел глубинище. Я говорю, Бог, как ты через одну притчу можешь. Миллионов людей исцелять, и у каждого своя мысль, и он каждый берет себе что-то другое из этой притчи. Массы людей в том состоянии, в котором ты находишься, если эта притча сейчас прозвучит в своем сознании, ты прочитаешь, или Бог тебя подведет к ней, это значит, что Он тебе что-то проговаривает через нее. И ты просто почему? Вы заметили, как Бог говорит во снах? Он говорит символикой. То есть тебе снится какая-то история. Иногда это даже не люди. Сейчас не будем о сновидениях и толкованиях. Просто снится история, да? И эта история, она просто тебе говорит о ситуации. Не нужно разбирать, вот знаете, вот, вот что случилось с тем человеком, с тем человеком. Нет, Бог просто по показывает тебе общую картину того, что происходит сейчас. И тебе просто нужно иметь мудрость распознать метод разговора Бога, и тогда ты расшифруешь его картины. Сила, да? Я просто наслаждаюсь моим любимым Иисусом и его мудростью. Итак, Иисус, ходя по земле, практически всегда применял метод притч. Вопрос, почему истории? Потому что именно языком истории Бог рисует картины в нашем сознании. Это и есть один из главных языков Бога. Вы никогда не задумывались, почему в основном не мужчины, но женщины первые реагируют на призыв Бога? Никогда не? <свы> Я вам расскажу сейчас. А, это доказано даже уже в в институтах просто научных институтах, даже ничего общего с христианством не связано, что воображение женщин во множество раз, преуви... <свы> на много раз перевешивает образы и сознание, и я так скажу, да, а, мужчины. То есть, смотри, почему воображение, почему, смотри, воображение женщин, да, считают. А, и самое интересное, когда я начал изучать, вы заметили, да, что около Иисуса в основном было женщины, женщины. Как в церковь посмотришь, основная масса женщин. При, в основном каются женщины, а мужички где-то там сидят сохнут. Знаете обычно. где-то там, ну, может, когда-то его Бог там где-то коснется, знаешь. Поэтому если с тобой сидит рядом твой муж, благодаря Бога, это реально настоящий, настоящий человек, да, сын Бога. Потому что, а, и, знаете, я начал изучать, почему? Потому что женщина по по всем параметрам, да, как бы это ни, никого не преувеличивая, никого не унижает. Это а так сотворен человек, и я знаю, что это так специально нужно. Бог так создал. Женщина абсолютно. Вы знаете, почему а, дьявол, да, Люцифер, а, змей вложил? А почему же женщина первая пролетела? Знаете? Потому что ей дьяволу, дьяволу у дьявола было намного больше шансов нарисовать идеальную картину ей. То есть объясняю женщина признана а, 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 очень нелогичным существом извиняюсь а, это, это ничего это, это 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 не это не мое изучение не моя статья это я просто ее повзаимствовал с одного журнала женщина признана абсолютно нелогическим существом то есть женщина может на ровном месте кого-то подозревать в чем-то в чем вообще реально никого подозревать нельзя то есть ну Опять, сейчас, сейчас не об этом. Сейчас о самой функции. Но, дорогие, дорогие женщины, поймите одно, что это одно из самых мощнейших качеств, которые Бог хочет дать всем. Людям, которых зовут мужик. <свят> <свят> Ладно, это отдельная история. Самое интересное, что ее <свят> воображение женщины развито, знаете, почему воображение женщины развито намного больше, чем мужчины? Потому что воображение женщины базируется на нелогических вещах. У мужика воображение очень лимитировано. Ну и все женщины сказали аминь. Дальше порога не видит иногда. Да? То есть очень лимитированное воображение, знаете? Потому что у мужчины очень лимитированная логика. Все со мной, да? То есть у мужчины очень лимитированная логика. Опять никого не унижая, никого не превозносяет. Так создан человек. Лимитирован, у мужчины логика лимитирована. Это значит, что он воспринимает только то, что логически укладывается в его сознание. Вы все со мной, да? Прибегает жена. Говорит, любимый, купим дом. Знаете, любимый открывает книжку и говорит. Хи -хи -хи". Мы, мы еще родная дом сто лет не купим таким путем, понимаете, да? То есть, ну, вы все со мной, да? То есть, это вот так примерно, ну, это я так просто придумал, но примерно вот так работает все. Жена на парах, заскакивает, абсолютно ничего не проверив, ничего не включив, банковский аккаунт не проверил, и у нее огромная идея, любимый, я все знаю. И здесь включается любимый и наводит порядок. Знаете, то есть все по полочкам расстраивает. Опять я не касаюсь сейчас темы семьи, да, это отдельная тема. Но примерно вот так оно и работает. Но, дорогие мои, послушайте меня. Очень часто Бог не может работать с мужчиной, потому что мужчина абсолютно логичен, и у него все должно быть знаете, не эмоционально, у него все должно быть, а, знаете, ну, воображения очень мало, то есть как бы там совсем по пару картинок, пару фильмов в голове и все, на чем все строится может, да. Женщина в свое интересное, она может, когда мужик на работе, да, она может в таких глубинах побывать, и когда он приезжает с работы, она ему начинает рассказывать откровения. Величайшей глубины неисследованных моментов, да. А о чем я? Это, это просто физиология мужчины и женщины. Здесь ничего нет. Мы такие были, и мы такими будем. Мы себя изменить не можем. Но я скажу одно, что именно вот это преследует Бог. Богу нужны люди, чтобы они были нелогичными. Вы знаете, что Бог абсолютно нелогичен? Дорогие, слушайте внимательно. Знаете ли вы, что Бог по своему характеру и действиям напоминает больше женщину, чем мужчину? И все, и отпало, да? Я не говорю о том, что Бог женщина, поймите меня, мы все взрослые. Вы знаете, что Бог не женщина и не мужчина, потому что, будучи женщиной и мужчиной, мы несовершенны. Бог – это все. Бог и Он, и Она, и Оно. Вы все за мной? Бог – это все. Поэтому и Бога нельзя сказать, что Бог мужик, и там все мужики, там баптисты сказали, аминь, брат, пастор. Но! Бог не мужчина, не женщина, но, слушайте сюда, по своим действиям, Бог больше напоминает действия женщины, потому что Бог абсолютно нелогичен. Ну, честно сказать, сколько читаю Библию, ничего логичного нет. Ходите вокруг стен и дуйте в трубу. Зачем? Нет, ну, 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 реально, ну, ну только женщина может такого придумать. Ну, ну чё? Зачем ходить дудеть? семь раз, семь дней, в седьмой день, семь раз. Зачем? Пришли и дунули, елки-палки, все грохнулось, и пошли себе гулять. Но это мужская логика, да? Не, ну зачем, зачем? И, то есть, столько работы, и все равно оно тебя не касается, стены рухнут из-за воли Бога, да? То есть, как бы ты думаешь, то есть, и, ш, что бы ты ни делал, как бы ты ни брал Библию, она абсолютно нелогична. Бог, он абсолютно нелогично изменяет законы физические и творит, что хочет. Вот что хочет творить? Иисус вечерком прогуливается по воде. Вот просто прогуливается по воде, ходит по воде, скажет, ну нормально, водичка вообще-то такая похвархладная. Ученики бедные там чуть не обделались в лодке, извиняюсь. Ну, Иисус, ну логично было сказать, там, знаете, ну набрать мобилу, сказать, заберите меня с побережья, там, знаете, я уже заждался, замолился здесь. Да что угодно, чуть еще ты по воде идешь? Абсолютно нелогично. И потом еще эта нелогика еще порождает еще одну нелогику. Иисус ⁇ это призрак, естественно, они там обозвали его там сатаной, кем угодно, там в шоке. Иисус, и а потом Петр говорит, если это ты, скажи мне идти по воде. Еще, еще один вылазит. Но, дорогие мои, о чем я говорю? Бог требует от таких вот Петров, вы все со мной, абсолютно нелогичных, которые ненормально хотят увидеть картину и попробовать, а вдруг получится. Самое интересное, получилось. Ну, недолго, но получилось. Там, там уже своя, твоя движуха была, да? Итак, потому что воображение, возвращаемся к женщинам, да, в сознании женщин считают более нелогичным и часто не имеющим смысла. Но именно таким нелогичным воображением пользуется Бог. Другими словами, чтобы Богу что-то делать на земле, им нужны люди, которые вообще абсолютно не опираются ни на какую логику и говорят, «Бог, вот как скажешь, так и будет». Потому что, честно сказать, дорогие мои, логика, она была создана для этого мира. Бог, он вне законов, он делает, что он хочет, окей? Okay? Он, как Иисус, да, как бы, вот это еще один ребус, да, как бы, Иисус, э, когда, помните, когда воскрес из мертвых, помните, да, прошел через стену, не понял, не, ну как, и все такие, о, наверное, это дух, знаете, да, такой вопрос, да, это, наверное, дух, и потом дух сел на полено и сказал, рыба есть. То есть, ну реально, ну, ну что ты ходишь через стены? Уже зайди в дверь. Или уже если зашел, знаете, там, ну-ка, через стену сказал, там, просто, ну хоть рыбу не проси уже, ну сделай вид, что ты дух, да? То есть, ну, как угодно, ну что ты прошел через стену, сел на полен, сказал, мужики, кушать есть, что так хочется, давно уже не ел. Три дня <laughs> целые. То есть, и ты понимаешь абсолютно, что все, что делает Бог семья, абсолютно не имеет никакой логики, не опирается ни на что. И поэтому опять же я говорю, когда ты читаешь все истории Библии, все чудеса и знамения, которые там делались, они больше напоминают действия женщины, которая не основана на логике, она просто идет и вот делает и все. Вот будет так. Вот будет так. А вот хочу я, чтобы каждый день падала манна с неба. Как с неба манна падает? Ну честно, мы, мы уже зачитались этого, ну, ну, миллион раз читали, ну серьезно, опять открываешь. Ну, откуда манка? Кто варит ее? Кто варит манку? И нам эти ангелы там бодяжат, да? Нет, ну, не серьезно, ну Бог, ну как? Ну что это? Да? Ну что, нельзя было как-то по-другому было стол накрыть? Можно было, а Бог говорит, будет манка. А что манка? Я хочу манку, мне нравится манка. Все жрали манку 40 лет. Некоторые люди говорят, а что такая пища была противная? Потому что эта пища была Богом предназначена для Израиля на 40 дней, не на 40 лет. Поэтому она, бедная, с носа начала лезть уже потом, Поэтому будь аккуратен, если ты уже зажрался манкой, а тебе уже нужно быть в обетованной земле, и молоко, и мед есть. Поэтому еще одно откровение. откровение откровения не подходят. Ну дуй в обетованную землю тогда. И пастор плохо проповедует. Ну все, исчерпался ты. Все, твоя гора закончилась. Вперед с песней. Захватывай свою обетованную землю. И медведей там поражай, там великанов уничтожай. И кушай свое молоко и мед. А, не. Лучше буду манку кушать каждый день бесплатно. Велфер христианский. Лучше есть манку и винить пастора. Так лучше. Так выгоднее. Итак, кто захватил и взломал твое сознание, тот захватил твое тело. Поврежденное сознание всегда приведет человека к поврежденной жизни. Неважно, сколько раз тебя и меня побили физически, ты всегда встанешь, но если избили твое сознание и отобрали у тебя желание вставать, какой бы ты физически здоровый не был, вставать ты не захочешь. При любом искушении дьявол не атакует твое тело, запомните, он атакует твое сознание, а ты впоследствии сам, получив образ, атакуешь свое тело и разрушая свое собственное тело своими руками. То есть у тебя есть только два шанса выйти победителем из, из какой-то ситуации. Или тебя просто ударят, и ты потеряешь сознание. Знаете, то есть, как бы, как победить сейчас искушение? Если вот искушение не побеждаешь, имей брата с веслом рядом, который просто так: и ты такой. <связывая> и ты ушел на несколько часов побеждать врага. <связывая> То есть, как только отключено твое сознание, дьявол, заметьте, заметьте, как только отключено сознание, ты искушению больше не подвергаешься. Заметь, да? То есть... и, но, но я о чем говорю? Весло это уже, <связывая> это шутка, естественно, и это последняя, ну уже, как бы сказать такая, последняя инстанция, да? <связывая> лучше к ней не предбегать, братья и сестры. <связывая> я так скажу, что лучше всего... Ты должен, ты должен быть абсолютно напитанным Богом. Знаете что? Знаете, что меня оберегает от того, чтобы я не видел себя в грязных образах дьявола? Меня оберегает постоянное общение и молитва и мои контакции с Духом Святым. Дорогие, вот почему я такой веселый смешной, вот тут вам все это рассказываю, абсолютно спокойно живу. Не потому, что меня не атакуют, а потому, что я абсолютно изолировал себя от этих атак. Я себя отодвинул в сторону, как постоянно в молитве, в постах я движусь. И, дорогие мои, поверьте, не думайте, что это плохо. Это наслаждение. Я балдею, когда я вхожу в молитву, молюсь на языках. Я чувствую, как эта стена вокруг меня становится. Я чувствую, как я становлюсь абсолютно спокойным, не пробиваем вокруг меня. Может война идти, и ты будешь спокоен. Почему? Потому что Бог тебя таким делает. Дорогие мои, и когда я напитан небом и Богом, что бы ко мне ни приходило, я спокойно могу в стороне стоять от этого и сказать. Нет, спасибо, эта картина мне не нравится. Но если твою, я так скажу, ты будешь попадать постоянно в, по, в разные штормы, атаки, разбивать, бить, только потому, что у тебя нет хождения персонального с Богом, ты не запитан духом Бога. Если вы слышали мою проповедь, да, дух Бога, да, которую я говорил а, в, в Сиэтле, да, я рисовал там немножко. То есть вот почему ты должен всегда гореть от вот этой центральной седьмой свечи, да, все эти шесть по сторонам, центральная седьмая. Вот почему именно Именно имея контакт с вот этой центральной седьмой свечой, я, мой светильник может гореть. Я могу быть реально адекватным и принимать правильные решения. Поэтому я умоляю вас, семья, а, не, не, у тебя нет недостатка в проповедях. Обычно, если начинаются проблемы, я даю гарантию, у тебя недостаток в молитвенной жизни, в персональном контакте со Святым Духом. Как только ты это наладишь, у тебя моментально и откровения приходят, и слава приходит, и жизнь расцветает, и у тебя уже плохих дней нет, у тебя все прекрасные дни. Это не то, что ты не ошибаешься. Эти ошибки на тебя не влияют так, как они влияли бы на тебя без молитвенной жизни. Они больше не раздавливают и не поражают тебя. Ты просто, да, ошибся, ты отрухнулся, сказал, Бог, ну, жизнь такая бывает, знаешь, как бы, то есть попросил прощения и движешься дальше, чем неделю отходить. Знаете, я называю это отходняк христианина. Он где-то упал, и потом он сам себя там сожалевает, скулит, лает, прости меня, Господи, неделю. И потом, когда его совесть ему сказала, все, тварь, прощен. Христианин имеет право встать и теперь пойти, наклонивши голову, жить дальше. Да, до следующего удара. Дорогие мои, совесть не имеет права принимать решения в твоем прощении. Бог, когда тебя простил на кресте 2000 лет назад, с совестью не советовался. Он просто нелогично простил тебя. Все. Нелогично. А что же, а как же? Живи с ним. И ты поймешь, что же и как же. Второй Коринфянам 10.3. Одно еще место из Библии. Пару фраз я уже оканчиваю. В принципе, тема довольно-таки интересная для меня самого. Итак, давайте прочитаем это место. Второй а, Коринфянам 10.3. Мы, да, мы живем в плоти. Смотри, как Павел уникально пишет здесь. Да, мы живем в плоти, но борьбу свою ведем не как люди мира сего. Оружие, которым ведем борьбу... Вовсе необычное человеческое. И здесь вот, знаете, двоеточие стоит. Смотри, как интересно. Оно сильно, божественной мощью, способной сокрушать твердыни. В этом моменте твердыни переводятся как установленные образы. Представь, нам дано оружие. Куча людей живут сейчас в образах. Тебе дано оружие уничтожать образы. Тебе дано оружие просто поражать все образы и жить абсолютно. Знаете, что такое отсоединенный от этого мира? Знаете, это человек, не живущий в образах этого мира. Абсолютно. То есть вот это отсоединенный. Итак, способность сокрушать твердыни, то есть установленные образы. И смотри, что Павел здесь говорит. Мы не спровергаем а, любые мудрствования и все, что в гордыне своей восстает против познания Бога. Цель наша, слушай сюда, вот это мне нравится, вот здесь я просто наслаждаюсь, всякую мысль человека, именно человека, взять в плен и привести ее в послушание Христу. Другими словами, всякий образ человека мы берем в плен и устанавливаем образ Христа и подчиняем эту мысль Христу. Другими словами, мы образы этого мира подчиняем образом Христа и устанавливаем то, что Христос будет доминировать через свои образы, через своих детей на этой земле. Вот что Бог ищет. Когда мы с вами видим физические войны вокруг себя, знаете, некоторые люди говорят, о, война началась. Знаете, что эта война началась только потому, что у двух разных сторон разные образы одного и того же предмета. Все сам. То есть, дорогие мои, если честно сказать, все конфликты, войны, бойни, кошмары, это всего лишь разные образы. Один считает, что это его территория, другой считает, что это его территория. Один себя видит на его территории, другой видит себя на этой территории. И они воюют, другими словами, умирают тысячи людей всего лишь потому, что у кого-то есть образ. Война, все это, образ, это война образов. Это все, знаете? Моя жизнь пришла в покой, когда я уничтожил все образы мира. И неважно, ездишь на велосипеде или ездишь на последнем Мерседесе, это не имеет никакого значения. Самое главное, что у тебя этих образов нет, и ты не ездишь на последней марке какой-то хорошей машины, потому что это там круто и престижно, это просто качественно, и ты едешь на качестве. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, дорогие мои, другими словами, мы пользуемся этим миром, но этот мир не обладает нами. Мы пользуемся хорошей продукцией, да, даже если она хорошей марки, это не имеет значения. Это говорит о том, что и я ей пользуюсь не она мной. Если я захвачен образом, то образ уже пользуется мной и уже меня не существует. Если я на себя не напялил этот образ какого-то там, там, знаете, там какой-то Бентли, там еще какой-то там Мазерати, там, там и все, и там не сумочка там Гуччи, там не туфельки там Луи Вито на все, то я бедный там за, за, захромал, бедняжка. То есть, стоп, ты живешь на образы. Если снять с тебя эти образы, кто ты? То ты вне образов. Можешь ли ты реально существовать вне образов, когда ты состоялся как личность вне образов? Даже какие-то вещи, которые как якобы из образа будут лететь, они уже тебя касаться никогда не будут. Ты будешь доминировать. Почему? Потому что ты состоялся в Боге и ты уже движешься в образ Бога. Вы знаете, что самое интересное? Даже и на Иисусе была царская одежда перед его смертью как прообраз того, что он реальный царь. Помните, да, к царю привели, они там поспиялись над ним, там, знаете, одели на него эту царскую накидку, да, там, плащаницу эту, и потом насчет нее там даже жребий бросали. Это не плащаница Иисуса была Христа, это была плащаница, на него одели только, чтобы осмеять его, как царя, окей? Okay? И потом, естественно, эту плащаницу забрали солдаты, да, там, за жребий. Но мы понимаем, что даже Иисус мог быть в этом образе, это он не касался. Почему? Он уже был тем, кем он был. Он давным-давно и без плащаницы этой царской был царь давным -давно. Давно. Поэтому, дорогие мои, я хочу задать тебе вопрос: кто ты в своем сознании, куда Бог ведет тебя? Имеешь ли ты вот это царское сознание, царские образы, заложенные Богом в тебя? Увидел ли ты себя в завершенном варианте? Знаете, что самое мощное? Бог, когда говорит, Он говорит завершенными вариантами. Когда люди ко мне подходят и говорят, «О, ты что-то там не можешь, ты там осел, там лох, там непонятка». Там. Вы знаете, меня это ничего не волнует, потому что Он на меня смотрит в процессе, а я себя видел в завершенном состоянии. Знаете, какая твоя самая огромная сила у христианина? Тебя можно сломать будет только тогда, если ты себя не видел в завершенном состоянии. Выпроси у Бога образ из духа того, кто ты уже у него есть. Как только ты это увидишь, тебя никто не способен будет подвинуть с твоей платформы в жизни. Почему? Кто бы ни приходил, другими словами, он подходит ко мне и говорит мне правду. Но я двигаюсь неправдой, я двигаюсь истиной. Правда, знаете что такое правда? Правда, она всего лишь говорит тебе во времени, что сейчас происходит. Истина, она смотрит вне времени на то, кем Бог уже сотворил тебя. Поэтому я живу неправдой сегодняшней, в процессе, еще несовершенной. Я живу истиной, которая открыта мне в моем сознании через Дух Бога. И вот почему меня невозможно остановить, повернуть или соблазнить. Потому что я иду уже к чему-то. Если у тебя нету, вот почему многих христиан легко повернуть сразу. Его позвали, он уже пошел, его позвали, он уже пошел. Почему? Он не знает, куда он идет. Он никогда не увидел настоящего образа от Бога. И поэтому он доходит до этого образа, якобы себе придуманного, успеха там или там популярности, вот этими лазейками и путями через забор. А Бог говорит, сын, не это, я тебе сказал, кто ты. И вот почему для меня не путь важен, а важно увидеть в омеге, кто я, кем он меня уже создал. Сотворил. И когда он сказал, я, я просто смеюсь над всеми ситуациями, потому что никакая ситуация не сможет остановить меня от истины в омеге Бога. Он не только альфа, он омега. Я вам уже говорил это откровение, да? Вот скажите мне, могло бы все не начаться? Вот как началось? Вот почему у тебя две руки, а не три? Почему у тебя еще вот тут глаза? Вот тут как раз одного глаза не хватало. Нет, я бы сказал, вот тут еще одного глаза не хватало. Вот тут глаз так нужен был. Дорогие мои, почему. И, и знаете, когда мне Бог открывал свое имя Альфа и Омеги, некоторые люди позвали, познали Бога только как Альфа. Знаете, Альфа — это начало, amen? это начало всего. И Бог мне говорит, «Сынок, ровно так, как вы ничего не начали, я автор начала, вы должны понять, что я абсолютный автор Омеги, окончания». Другими словами, ровно с такой же силой, как ты ничего не мог повлиять, чтобы что-то не началось, ты не сможешь повлиять на то, как оно закончится. Другими словами, Бог дает нам, там, Люциферу, кому угодно, ангелам, между Альфой и Омегой двигаться, но авторские права Альфы и Омеги принадлежат только Творцу. Другими словами, крутись, вертись, как угодно иди, оно все равно закончится так, как Бог сказал, начнется, и как Бог сказал, окончится. И вот почему я хочу быть на стороне Альфа и Омеги. Потому что промежуточный вариант меня не интересует. Меня интересует начало, и меня интересует окончание всего проекта. И я хочу увидеть окончание проекта. Я хочу увидеть себя в Божьей Омеге. И когда он мне показал себя в Божьей Омеге, вот почему никто не может остановить, ничего сказать. Почему? Потому что даже когда Бог покажет тебе тебя в Омеге, в истине, ты даже себя остановить не сможешь. Эта картина, она выше, она сильнее всего в твоей жизни. Дорогие дорогие, вы даже не представляете, когда Бог показывает тебе завершенного себя. Не просто там где-то ты морковки переел, я имею в виду реально. Ты знаешь, кто ты в Омеге. И ты, про... другими словами, дорогие, что бы ты ни делал, ты себя даже остановить не можешь. Вспомните пророка, да, языки Он говорит, вот пришла мысль такая, не пророчествовать больше, потому что он запарило все это. Как только открываю уста, разорение, расхищение, боль. И подумал, я не буду. И у него бедняжки ломки начались. там В костях огонь пошел. О, Господи, он говорит, где плохая мысль? Каюсь, 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 каюсь. И пошел опять пророчествовать. Другими словами, знаешь, что я тебе говорю? Когда на тебе призвание Бога, ты себя сам даже остановить не можешь. И вот я почему кричу в Тело Христа. Познай себя в Боге. Получи картину себя от Бога. Потому что когда ты это сделаешь, ни дьявол, ни люди, ни ты не способен будешь остановить себя от входа в твое призвание. Это будет самое мощное, что можно получить от Бога. Поверьте мне. Чаще всего я встречаю людей которые вообще не охраняют свое сознание. То есть практически что угодно в их присутствии можно начать говорить, вкладывать в их сознание, какие угодно картины говорить. Другими словами, они просто как помойка. Я умоляю вас, дорогие, пожалуйста, остановитесь. Я так скажу: в моем присутствии я не позволяю людям что угодно говорить, потому что, говоря что угодно, они имеют авторские права нарисовать в моей голове что-то. Ты понимаешь? Как только ты допускаешь человека, когда ты пару фраз посидел начал с тобой говорить, здесь ты должен взять в разговоре доминацию и остановить, если разговор идет не туда, конечно, куда ты хотел идти, да? Или просто, если не можешь остановить, покинуть этот разговор. Почему? Это не потому, что я слабый, а потому, что я не позволю никому сливать в мой. Как скажу, в мой инструмент творения вот весь этот мусор, потому что ты сейчас час сливал в меня что-то, и какой бы ты духовный ни был, послушайте внимательно, тебе еще нужно будет день, чтобы со всем этим мусором разобраться в своей голове. Ты что угодно плохое прочитай, какую то грязь выслушай, она будет иметь эффект на тебя. Час, два, день, полтора, иногда два дня этот эффект имеет. Почему? Потому что твое сознание пытается собрать это все в видение. Понимаете, да? Как сознание состоит? В сознание кидают кучу информации, и сознание из этого хочет сделать картину. Все за мной, да? То есть сознание делает картину из набора слов. Объясняю. Кто из вас не был в Израиле на Святой Земле? Поднимите руку, поднимите руку. А надо. Да. Okay? Ну ладно, Это не, не поэтому, не поэтому. Это... Там, там прекрасно. И вы знаете, самое интересное. Знаете что? Я вам даю гарантию. Сейчас у всех у вас есть картины насчет всех мест Божьих в вашей голове. И я тебе что я вам скажу, они все неправильны. Это те, кто не был в Израиле. Кто был в Израиле, поднимите руку. Кто был? Раз, два. А что так мало? Хорошо. Те, кто был, скажите, как все перерисовалось. О чем я сейчас говорю? Твое сознание, хочешь ты или нет, нарисует картину. Правильная картина или неправильная картина у тебя насчет святого города Иерусалима уже есть картина в твоей голове. Когда ты читаешь Библию, у тебя все расписывается картинами. И поэтому, когда я приземлился на святую землю, прошелся практически по множеству мест вот этих святых, самых главных, основных, где что было, происходило, у меня все перерисовалось. И там, где я думал, я пережил больше всего присутствия, я прижил самые большие демонические атаки. И то, где я думал, самая мощная будет демоническая атака, я прижил там самый большой мир и покой. Я был шокирован, что в моем сознании перерисовались не только картины физические, в моем сознании перерисовались даже а духовное действие на том месте, которое происходило. Поэтому, дорогие, некоторые там говорят одно, другое, но я знаю, что я пережил. Я вам честно скажу. Поэтому, что я говорю? Я не, не позволяй никому вкладывать в твое сознание картины, не позволяй никому просто скидывать в твое сознание кучу мусора, из которой потом тебе придется твоему сознанию лепить какое то изобретение делать. Будь аккуратен лично я считаю это кошмаром чтобы позволять кому-то вот в, в, сливать все поэтому так много людей меня не любят почему потому что я не позволяю это делать ну, это, это это не культурно вот так встать и выйти некультурно сидеть и глотать эту вонь ты со мной Некультурно сидеть, и это все помои есть. Вот что некультурно. Пусть это все некультурно, с, не, с культурной культурой мы культурно, там вот и чахнут на той помойке а, религиозной. Да? Я не собираюсь. Я, я раз, два, три, понял, здесь еще не идет. С Богом, братья и сестры, спокойно сел и вымело меня. Включил музыку, и аллилуйя, домой. Ты со мной? Спокойно живи. Не позволяй никому пользоваться вот этим полигоном. Это самый главный инструмент. Не позволяй засорять. Я не позволяю никому. Ровно так. Ты же не, не, не суешь в свой рот, что попало. Вот просто вот, вот лежит все. Ну, вот пошел в рот брать. Карандаши. Он там, знаете, он, он краской, псс, стюбика краску выдавился в рот. Попробуй он все. Попробуй. Микрофон там, да, поцелуй там, что-нибудь там. Клавиши там, да, попробуй там. Ты скажешь, нет, ты есть, слушай сюда, если ты в рот ничего не возьмешь, что тут лежит. Какое мы имеем право совать в свое сознание все, что попало? Не имеем. Будь очень аккуратен. Да, тебя, как и меня, назовут не тактичным. Таким человеком а вспыльчивым, каким, таким некультурным. Пусть я лучше буду вспыльчивый, не тактичный, не культурный, но буду в хождении с Богом, иметь чистое сознание, чем по жизни быть отравленным, выходить каким-то колекой духовным. Ты постоянно только от одного мусора э, освободился, его уже на другой помой пригласили. Сейчас обсудим еще одни известия. Окей? Будь аккуратен. Я, только я знаю, чего мне стоит держать мое сознание чистым, здоровым и способным творить дела Бога. Так, дорогие, в заключение, я бросаю тебе вызов изменить все в твоей жизни, начиная с хождения с Богом до изменения твоего физического тела. Если ты мне говоришь, что ты не можешь, не знаете, люди говорят, а, я не могу, то я скажу, что ты лжешь. В реальности ты просто не хочешь. Дорогие, не верю. Некоторые люди говорят, меня сатана атакует, и я по этому поводу ничего не могу сделать. Не верю. Сам в Боге уже много лет не верю. Когда, Знаете, когда мы делаем что-то по этому поводу? Когда сатана нас... Вот здесь уже все стало. И когда здесь все стало, заметьте, как все приходит в идеальный порядок. Моментально ты там и оторвался на сатану, и помолился, и попастился. Так вот живи этой жизнью, и ты будешь всю жизнь жить в победе. Ты будешь удивляться, насколько уникально жить в свободе и победе. Итак, если ты говоришь, что я не, не могу, я скажу: врешь, не хочешь, потому что знаешь, сколько это будет стоить. А люди платить цену не хотят за то, чтобы ходить в свободе. Они лучше будут по благодати жить. Знаете, грех, покаяние, грех, покаяние, Не хочу я. Я знаю, что я пользуюсь благодатью, но я не хочу ей пользоваться каждый час и каждую минуту. Я хочу жить в свободе. Это для, для меня свобода подарена Иисусом Христом. Я хочу научиться ходить в свободе, церковь. Я вам скажу: это абсолютно можно. Абсолютно можно ходить в свободе, абсолютно твои глаза сияют, вокруг тебя люди подходят, и не надо слова говорить, они ощущают славу Бога на тебе. Они ощущают, и они, знаете, как-то сует, суета начинается, одни прилипают, и другие убегают. Почему? Потому что слава на тебе, она одних притягивает, других отталкивает. Это и есть хождение в Бога. Позволь Богу двигаться в тебе. Не позволяй ничему прикасаться к твоему сознанию. Каждую мысль подчиняй в послушании Христу. Окей? Okay? Просто вот здесь поставь фаервол, я не знаю, как угодно там, антивирус, вот тут поставь. И как только мысль попадает, ты сразу ее так, мысль, равняясь смирно, мысль выровнялась, и ты у мысли спрашиваешь, как зовут тебя мысль? И мысль такая, «Э, я блудная, вон отсюда! Ты, ты со мной, да? То есть каждая мысль должна по стойке смирно санять. Стоять смирно, равняйся. Это, мысль должна отдать тебе честь и подчиниться Христу. Знаете что? Ты сразу так, мысль, Христу подчиняешься. Мысль такая, я такая плохая, я не могу Христу подчиниться. Мысль, вон! И мысль. <соединяем> Другая мысль заходит, сделать добро. Мысль, равняй, смирно. Мысль, смирно. Мысль, как зовут? Сделать доброе дело, товарищ Андрей Шамалов. <соединяем> мысль, которая хочет делать доброе дело. Ты это хочешь доброе сделать, чтобы тебя люди заметили? так точно, товарищ вначале. Мысль вон! И даже, дорогие мои, даже все хорошие мысли, воздай, слава Богу, и понт... <с> я бы был артистом, деньги зарабатывал бы. <с> Ты понял, как подчиняются мысли в послушании Христу? Почему у тебя в голове чего угодно бегает? Оно должно зайти, сразу наткнуться на, знаете, на вышибалу. Такой огромный вышибал, стоит. как зовут? Мысль точнее. <связать> Мысли разные бывают. То есть мысль... Вы знаете что? я когда начал вот так четко, конкретно, это подтомимо ржака, но внутри меня именно так и проходит процесс. Мысль заходит такой, то-то-то-то-то-то. Куда, куда побежала? А ну, стоять! Знаете, мысль такая заскакивает, и в голове там, знаете, <laughs> вытворяет, знаете, выш, вышиванку делает. <laughs> и такой, стоп, стоп, ничего вышивать не будем, сейчас отчитаемся, кто есть кто, кое-что. Даже э, ты хочешь эту, э, э, эту милостыню дать, чтобы тебя люди увидели? <laughs> ну, не давай, все, вали отсюда. То есть и все, и ты, и ты моментально привел свою голову в порядок, моментально сам себя проверил через Христа, подчинил каждую мысль Христу, и только то, что в подчинении Христу, имеет право действовать в моем сознании. Каждому из нас подарен инструмент творения и дано время научиться пользоваться этим инструментом на этой земле. Семья, давайте научимся пользоваться этим инструментом. Воздай славу Иисусу. Amen. давайте поднимемся. Буквально минуточка. Просто попроси Иисусу дать тебе силу управлять своим сознанием. Попроси Духа Святого просто быть на чеку каждой мысли. Честно, я настолько одно, один сезон в моей жизни, это было еще несколько лет назад, я просто уморился. Я говорю, Господи, ну почему так тяжело жить? Он говорит, потому что твое сознание не находится под охраной. Что угодно заходит, делает свои последствия, и потом ты мучаешься от того, что эта мысль произвела. И говорю, Бог, что делать? Он говорит, ставь, ставь на своих дверях Святого Духа, Святого Духа на дверях своего сознания. И когда я поставил, поначалу это было тяжело. Но сейчас я так живу. Почему? Потому что как только какая-то мысль не от Бога попадет, я потом у меня последствия целую неделю. Я больной, хромой, мне больно, неприятно. Поэтому, церковь, пожалуйста, родные, научись пользоваться своим сознанием, подчиняй каждую мысль, каждый образ в послушании Иисусу Христу. Любимый Папа, мы благодарим Тебя. Спасибо, родной. Спасибо, драгоценный. Спасибо, святой. Спасибо тебе за твою мудрость, за твое величие, за твою славу. Спасибо тебе за то, что ты сотворил нас именно вот так. Спасибо тебе за то, что ты делаешь и производишь свою работу в нас именно так. Я благодарю тебя. За мое сознание я благодарю тебя, что ты научил меня, как ты говоришь со мной. Я готов принимать твою информацию. Говори ко мне, показывай свои картины, мечты, и я буду двигаться туда, ради чего ты родил меня, поставил в этом времени на этом место. Я благодарю тебя, любимый. Спасибо тебе за все. Пусть будет только тебе слава. Пусть церковь придет в зрелость, в мудрость. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздаем ему славу. Иисус живой, хороший, прекрасный. Аминь. Присаживайся.